What's up, guys? Perro Loco X here. Les daro pasante Perro Loco X. Hola, chicos. Aquí Perro Loco X. Preparando el desayuno. Making breakfast. La Tobius Aftrak. That's me. Oh, super strong. Noodles and coffee. Here is the noodles. As you already know. I'm so happy, man. No, bro, I need to make the noodles and the coffee. Ну, пацаны, готовлю просто свои noodles и вот кофе оставлю в микроволновку, делаю свой завтрак. Видишь, вот так. И упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень-чуть-чуть. И вот так. Такая зарядочка, a little exercise to keep the blood flowing. Немножко на с утра, чтобы кровь пошла по жилам. Сразу нормально. Тут нормальная зарядочка. А вот мои макарончики. Кофеечек он пошел у нас на кафе. Вот, бурлит водичка. Закидываем пару ложек на кафе. Раз, два. Перо Loco X. Слушай, Перо Loco X. В натуре. Ручку. Сахарочек, да. Три ложки сахара бурого, нефильтрованного. Сахар бурый, не очищенный. Сахарку. Вот и кофеечек-то. Давай нудлсы есть теперь все. Вот они уже мягкие, все, можно сливать в воду. Сливаем воду. Сливаем воду. Теперь кладем их сюда. Опа. И смешиваем микс. Из кламус. Со специями, понял. Он сегодня читал с утра в Википедии биографию Александра Пушкина. Там
в одной песне Кизару услышал. У него есть песня, у Кизару называется «Евгений Онегин». Я думаю, что это Евгений Онегин. Я зашел в Википедию, прочитал про Евгения Онегина. «Евгений Онегин» — произведение, написанное Александром Сергеевичем Пушкиным. Кстати, прадедушка Пушкин был камерунец из Камеруна. То есть негр с Африки. Так-то. Да, он там попал, он стал приемным сыном Петра Первого. Ну, а потом у него родилась мать, которая была матью бабушки Пушкина. Потом родилась бабушка Пушкина, бабушки Пушкина последовательно. Как-то так, да. То есть прадедушка Пушкина был камерунец. Из Африки чувак. Видишь, у них в Африке там с рэпом, со стихами как-то, видишь, какое-то влияние есть. Не, ну интересно, да? Ну, знаете, я рэпом увлекаюсь сам. То есть, ну, я рэпер фактически, да. Вот сейчас на данный момент 181 треков. Он вчера только вышел новый. Называется «Бодибилдинг». Ну, это уже больше трэп. Да я сам биты пишу, сам пою, записываю, продюсирую. Все делаю, я продюсер, короче, рэпер. Ну, что, нормально? Первый локоик Spotify, YouTube. Слушай. Давайте употреблять. Ну да, «Евгений Онегин» — это произведение Александра Сергеевича Пушкина. Оно написано в рифму. То есть это как поэма, считай, но это целый роман, но там описывается жизнь Евгения Онегина, который родился в дворянской семье. И, значит, потом поехал в какое-то село, а потом еще куда-то поехал. Ну и там его разные, так сказать, любовные приключения. И жизнь. Евгений Онегин. Да, Евгений Онегин. Это произведение нашего дорогого Александра Сергеевича Пушкина. Да. Передо мной великое видение. Передо мной явилась ты, как видение, как гений чистой красоты. Да. На вот Евгения Онегина такое произведение есть. Но я просто услышал в песне Кизару. У Кизару есть песня такая, называется «Евгений Онегин». Какая-то прикольная песня, красивая. Ну а всем счастливо, ребята, всех люблю, пока. Слушайте, Пелкуикс.